Смотри, я показывал сюда, подтачиваешься, чтобы разгрузить поясницу свою. И так? Да. Тут все косточки расставлены, но тело самое. Можно еще не облака щас положить. Можно еще не облака щас. Так, молчи. Сильнее облакачились. Сильнее? Да. Нет, как бы, я, то есть... Он выдержит. Да. Не бойся. Вот, так. Поэтому я еще раз повторюсь. Что у нас? Вот это я уже сделала, вот это тоже. Да. Что? Обрабатываем точки пальца. Вот эти мышцы, помнишь, я показала, они вот так идут. Угу. Продольные мышцы вот так. Так вот таким массивом, правильно? Только туда, под лопатку. А, вот так. И с вибрацией, говоря, вот так вот вибрацию. Отсюда, угу. А это отсюда. Угу, вот понятно. И в эту сторону. То есть уже идет непосредственно работа с мышечной его структурой. Но опять же повторюсь, что мы люди гармоничные и должны развивать одновременно обе руки. Потому что моторика наших рук передает информацию, напрямую связана с моторикой наших мозгов. Как ты говоришь, правая рука, если хорошо развита, значит развита разум. Левая парушалия. Да, если это разум, если это левая, логика. Если правая рука хорошо развита, разум, логика. Если левая, то искусство. Правая парушалия, да, это творчество, интуиция у нас больше развита. Да, у меня правая хорошо развита. А если обе разум, так не ну, если обе, то человек гармоничный. Да, человек гармоничный. Но часто путается. То я левша, то я правша. Непонятно. Нет, тогда человек гармоничный, да, мы об этом и говорим. И мы, как профессионалы, тоже должны быть гармоничны. Потому что мы свою энергетику, свои мыслительные процессы, которые напрямую влияют и на нашу психомоторику организма, да, психосоматические зависимости, вот я опять же про них говорю, мы это все передаем клиенту. И наш разум также влияет на веление души иногда. Душа... События в жизни у нас начинают исполняться тогда, когда у нас совпадают параллельно, идут друг с другом желания души и намерения нашего разума. Тогда у нас начинает волшебным образом все срастаться, получаться, удача идет в руку. Так, да, какую сторону ты спираль делала? Да, вот так можно. Ну, в данном случае вы можете менять локоть, как вам удобнее. Это не страшно. Покажи еще раз левым локтем, как ты делала. Левым? Угу. Да-да-да. Вот, еще раз показываю. Правильно делаешь? Но чтобы человеку не было больно, да, люди, опять же, у нас разные, разные мышечные структуры, мы можем менять на сжатие, да. Либо острием локтя, да, либо вот этими костяшками. Две вот эти, смотри, вот тут они. Они задают поверхность такую. Либо вообще всем вот этим треугольником. Три кости, да. Соответственно, это будет шире, но мягче. Хотим где-то проработать, то вот так. Иногда с ними... Я иногда вот так просто выдох и делаю вот так. Да? Это очень жестко. Я бы так не рекомендовал. Но да. У меня сразу все хрустит у этих. Встает на месте. Когда я разогреваю тело, ну, разогреваю, и просто я вот знаю, что здесь вот у многих зажатие идет. Угу. И они расслаблены, и лежат, и я неожиданно так вот ставлю, да, и все. Если расслаблены, да, хорошо. Да. Это ребра. Ребра начинают так сходиться. Все, Максим, я тебя не трогаю. Меня иногда. Я уже тебя буду гладить. Олег, а Татьяна на другом фильме здесь? Нет, где-то тут по соседу. Слушает что-то, да? Ну, что-то, да, она слушает. Что-то она слушает. Значит, смотрите, иногда бывает, у меня клиенты, даже мужчины, такие здоровые, боятся ко мне идти на массаж, говорят, блин, мы как посмотрели, заглянули в кабинет, ты там локтем кого-то там ломаешь. Вот здесь вот этот угол, да, надо прожить. Вообще вот еще одна точка здесь, да, потом здесь, уголок нащупал, да? Вот, да, да, вот да, уголок, да. Вот здесь? Правильно, да, молодец, да. Вот здесь. Угу. Угу. Только старайся такие винчивающие движения делать. Вот, видишь, он сразу помочит, чувствует, значит.
И эти, которые боятся, я им говорю, да, представляешь, ко мне иногда приходят клиенты, я им локтем давлю, расходятся ребра, и я практически массирую внутренние органы, там, почки. Почему? Ну, не знаю. Будут, не попало? Продвигается. Ну, шутка, конечно, такая. Вот. Ага. Нашла. По-моему, это одна и та же. Ага. Только она широкая. Ага. Не, вот она другая. Там просто очень много. Еще раз повторюсь, что нет смысла изучать всякие названия китайские, полностью понимать, для чего каждая конкретная точка. Я там... не люблю точечки. Да. Там пальцы сильные. Не надо его любить. Мы как сейчас сделали с пальцами? Не то, что пальцы сильные, там надо просто попадать. Да, если в точку попадать. Попадешь, тогда... Чтобы мяч проработать, достаточно вот этой косточкой делать. Не вот этим пальцем, да, а вот этой косточкой. Он достаточно сильный. Да у меня даже рука не раздвигается, так как у вас. Олег, как не задвигается? Олег. Берешь вот так вот палец, да. И вот так вот. Ломаешь? Не ломается он у меня, а у тебя, Маш. Перпендикулярно его делаешь, и получается уголок. Ну, а у вас? Ломаю его так. Нет, не пойдет. Я могу вот так. Я шучу, конечно, шучу. Ты шацу практиковал. Вот это и есть шацу. Теперь попало? Угу. Да. Вот смотри, как ты даришь. Правильно, молодец. Надо... Еще раз, извини, девочек на камеру, упираться большим пальцем в него. Либо так, ну как вам удобно, либо так. Я обычно упираюсь вот так вот. Либо смотрите, либо смотри, либо средний палец. Видишь? И таким образом тебе не надо силу пальцев накачивать. Средний неудобно. Нет, всего лишь тренировка. Все. И как мы заканчиваем? Заканчиваем мы, убирая межреберную неврологию и всякие лимфу. Вот туда. Как бы это не просто поглаживание, а это именно вот идем по вот этим структурам мышечных тканей. Ну, лучше вот себя делать. Мы с этой половинкой работаем, с противоположной. Я-то стою. Здесь смотри. Да, вот можно, если грузный мужчина, можно прям вот так сильно сделать. Далее мы внедряемся пальцами между ребрами, и вот эти межреберные мышцы, сочленения, мы подписываем, подходимся туда. Не щекотно. Приятно? Это щекотно. Бывает щекотно. Но здесь, соответственно, плохой область. Вот, и практически на этом можно и закончить для некоторых клиентов массаж. Дальше просто его немножко приводим в чувство. Вот таким методом. Вот, видите, еще раз добавил вибрацию. Молодец, это надо делать. А если, допустим, человеку давление надо снизить? Только движение выделило. То те же самые движения, только вот головы в эту сторону. Тут мы сейчас гоним кровь в голову, соответственно, черепное давление автоматически повышается. При массаже всегда повышается черепное давление. Но это нормально, это там буквально на 10 минут и все спало. Оно потом уходит. У здорового человека. Если человек и так гипертонус, да? Ну, опять же, если человек просит массаж, надо такие вопросы занять по поводу гипертонии. Да-да-да, просто болезнь сердца. Перед этим спрашиваете. И стряхнул энергию, да? Молодец. Это так ты заканчиваешь? Да. Да, иногда клиенты, они такие, ну, опять же, мужчины, они любят, чтобы там, тело горело. Нет, ну я, конечно, там еще больше поглаживаю. Можно... Или через голову заканчиваю энергию. Да, то же самое в другую сторону. Почти эротические. Так, значит, его мы приготовили. Мурашки по коже. У меня у многих клиентов мурашки по коже. К концу. Теперь будем пробовать на ком? На тебе? Нет?
Машка. На Татьяне? Можно на мне, если хорошо. Максим, только я водички попью, можно.